очень хорошая была игра, чего не хватило команде. Реализация моментов. В основном у нас все получалось, все было отлично. Играли по тактике, которую нам сказал тренер на матче. Придерживались ей, но не хватило реализации. Ожидали такой игры от команды ADC? Ну, они сыграли свою игру, мы сыграли свою игру. Сыграли достойно. Ну и отталкиваться от своей игры, не от своей игры соперника. Какое настроение в команде? Отличное настроение. Правда, проиграли, но игра улучшается. Мы привыкаем к таким матчам и надеемся победить свою.